Нотариальная палата Республики Узбекистан и Нотариальная палата Литовской Республики подписали меморандум о сотрудничестве. Подобное партнерство имеет много преимуществ при непосредственной деятельности нотариусов. Например, в будущем документы, заверенные узбекскими нотариусами, будут приниматься за границу без возражений. Достижение консенсуса и установление дружеских отношений с целью взаимопомощи и обмена опытом в сфере. Таковы результаты подписания меморандума. Если учесть тот факт, что в системе нотариата Республики Узбекистан в последние годы реализуются коренные реформы, разработан комплекс мер по ее совершенствованию, упрощению получения гражданами качественных нотариальных услуг, то данное соглашение можно назвать еще одним важным шагом в этом направлении. Я думаю, что в дальнейшем мы даже не можем себе представить, как нотариат будет развиваться, но это, конечно, будем идти шаг за шагом с новейшими технологиями, но самое главное, что наши действия были направлены на то, что все действия были законными, и наши жители наших стран после того, когда они общаются с нотариусом, у нотариуса делает нотариальные действия, знали, что все действия будут в дальнейшем правомерны. Нотариат представляет собой один из древнейших правовых институтов человечества. Исторические появления в государстве такого учреждения обуславливается развитием гражданского оборота, необходимостью содействовать его субъектам в совершении сделок и закреплении приобретаемых прав в юридической форме. Подписание международного меморандума с Нотариальной палатой Литвы – большое событие, которое означает прежде всего признание нашей Нотариальной палаты как независимой организации. Это откроет путь для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и совершенствования деятельности. Цель данного подписания меморандума является тесное сотрудничество, обмен опытом и дальнейшее развитие в сфере нотариата. Наша основная цель на сегодняшний день – стать членами Международного союза нотариата. В целом, меморандум, являющийся отправной точкой для сотрудничества, дает основу подписанию соглашений для реализации конкретных целей в будущем.